Всем привет, вы на канале Кактусы Компания, с вами Елена, а у меня идет спасательная операция. В общем, знаете что? Я обнаружила на своих растениях непонятное существо гусеничного типа. В общем, кто это, я не знала. И да, у меня тут не банный день сегодня, у меня день заливания цветов актарой. Обнаружила чисто случайно, полезла на свои кактусы посмотреть. Видео чуть-чуть попозже вставлю, кто это и что это. Вот, полезла смотреть свои кактусы. Смотрю, что-то какая-то подозрительная головёшка у одного. А какая была? Смотрите. У меня на цветах завелся вот такая какая-то гусеница. На кактусах, на суккулентах на некоторых видео. Подскажите, кто это такой? Ну, в общем, ладно. Думаю, что за ерунда? А это ерунда, как мне сказали в одной из групп. Личинка трипса. Сегодня полезла в суккуленты. И вот на этой вот хворке тоже обнаружила тех же существ. Я вообще не поняла, откуда они взялись. Я не покупок. Кактусы в одной комнате стоят, суккуленты в другой комнате стоят. Я в шоке, короче. Не знаю, откуда эта гадость появилась. А сначала у меня кто-то ел вот эту красную тумп-тумп. Но я ее обрабатывала санмайтом. Вроде чистая. Все, я ее пересадила. А тут вот такие вот разгуливают товарищи у меня. Называемые трипсами. В общем, никогда я с такими не сталкивалась. С всякими живностями. Откуда они взялись, не знаю. И сегодня все залила, все, все цветы, все полки, все залила актарой. Не знаю, что-то все стращают, пугают, что их не вывести, этих трипсов, они не выводятся. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях, если у вас вдруг была такая бяка, как вы с ней боролись и вывели ли вы вообще ее. Я пока сейчас прочитаю про актару и попробую пополивать актаром. Пожалуйста, поделитесь опытом в комментариях. Всем пока-пока, а я пошла дальше продолжать спасательную операцию.